Здравствуйте, уважаемые покупатели магазина Online Trade. Сегодня хотелось бы показать вам очередное приобретение, сделанное в этом магазине в разделе сантехника. Перед этим скажу несколько слов. В общем-то, это не первая покупка моя в этом разделе магазина. И, в общем-то, мне нравится делать покупки сантехнических различных изделий и устройств. Во-первых, иногда такие модели не продаются в магазинах поблизости, в магазинах сантехники. Ну и во-вторых, как правило, цена на сайте магазина вполне конкурентоспособна с аналогичными изделиями в онлайн. Поэтому и в офлайн. И поэтому, в общем-то, столкнувшись с проблемой необходимости заменить лейку гигиенического душа, вышедшую из строя, я обратил свое внимание на сайт этого магазина, где после недолгих поисков было обнаружено несколько вариантов данного аксессуара сантехнического. Вот. Причем, как бы, на сайте вы можете посмотреть у других производителей, и у этого они несколько отличаются как бы по устройству. Я имею в виду, в первую очередь, по расположению кнопки. Если здесь мы видим, что вот эта кнопка, которая открывает подачу воды, она расположена непосредственно на рукоятке, то есть еще модели других фирм, которые как бы какой-то крючок, такой спусковой рычажок, он устроен на непосредственно вот том участке этой лейки, откуда, значит, льется вода. Но мне такое устройство показалось менее удобным, тем более, что предыдущая лейка дешевая довольно-таки, купленная где-то на развалах. Вот. Она была именно вот такой конструкции и вполне устраивала. Но почему, в общем-то, я не купил вновь такую дешевую китайскую подделку? Почему? Потому что, в общем-то, ну да, она там работала вполне успешно, эффективно, но срок жизни, как правило, непродолжительно ломается, либо вот эта вот кнопка, которая включает, либо непосредственно вот забиваются решетки. То есть я разочаровался, решил, короче говоря, купить что-то более-менее такого от известного, от именитого бренда. Вот. Но вот Wasserkraft, в общем-то, оказалось, что у него есть сайт свой, у этого производителя. Я перед покупкой порылся на этом сайте, посмотрел. В общем-то, действительно, как бы это оригинальный продукт по всем критериям, по которым можно сделать такой вывод. Ну и в конце концов я приобрел это изделие. Ну, продается оно вот в такой как бы коробочке небольшой. На коробочке мы можем прочитать артикул. То есть мы видим, что это модель А043, гигиеническая лейка с фиксатором. То есть здесь по этому как бы артикулу на сайте мы можем с вами сверить, что мы в этой коробке имеем. Также написано, что 2 года гарантии на это изделие. Вот. Но я думаю, что оно прослужит вполне успешно 2 года. На этой стороне коробки мы видим непосредственно, как выглядит лейка. Видите, крепление здесь к ней прилагается. Ну а больше, в общем-то, никакой такой. А ну вот на тыльной стороне еще габариты изделия. То есть мы видим здесь с вами длину, который составляет 183 сантиметра, диаметр подключения стандартный 1/2, вот, ну и прочие характеристики, размеры, значит, этого устройства. Написано, что вода поступает из 48 форсунок, то есть довольно равномерно вода должна поступать. Вот, в состав входит сама лейка, фиксированные настенные крепления и набор, ну, винтики, шурупы, точнее, для крепежа. Также вполне естественно, что ни о каком металле при изготовлении этого устройства речи не идет. Это пластик, АБС-пластик, который покрыт, опять же, вот таким хромоникелевым покрытием. Но при такой разумной эксплуатации, в общем-то, оно очень долговечно и никаких проблем возникнуть с ним не должно. Давайте откроем, в конце концов, эту коробку и посмотрим, что же находится внутри. А внутри вот мы видим с вами, что оттуда можно достать. Значит, достаем мы с вами непосредственно пакетики. Сама гигиеническая лейка. Она такая блестящая, красивая. Вот такой как бы форма. Видите, силиконовые вот эти отверстия, откуда будет поступать вода, струй воды.
Очень хорошо, что здесь эта часть прикреплена обычным винтом, то есть при необходимости можно будет совершенно спокойно, значит, снять, разобрать, прочистить. Вот. Изделие довольно легкое. Вот кнопка, которая будет открывать или подавать воду. Ход этой кнопки довольно-таки такой, как бы, не тяжелый, легкий. То есть мы инвентарную нажимаем, и вода идет. Отпускаем, и вода прекращает течь. Вот. Внизу мы видим, что выгравировано или нанесено краской, точнее, название производителя Wasserkraft. Вот. Ну и, в общем-то, видите, все такие формы довольно округлые, то есть soft line, можно сказать. Ну и вот для подключения шланга непосредственно мы видим здесь резьбу. Вот. Ну и в комплекте идет еще, как бы, вот этот настенный крепеж, то есть дюбеля, шурупы и держатель. То есть мы прикрепляем этот элемент к стене. Ну и далее, значит, вот это вот так вот будет вставляться и фиксироваться. Прошу прощения. Фиксироваться на стене вот в таком, как бы, виде. Сниматься и далее обратно класса. В общем-то, изделие произвело приятное впечатление. Вот, по большому счету, дешевые китайские аналоги, они тоже неплохо выглядят. Но надеюсь, что все-таки по продолжительности эксплуатации эта лейка, это для гигиенического душа этого производителя, ну, более долго сохранит все свои функциональные особенности.